Здравствуйте. Я сейчас хочу вас познакомить со словом таким ученым гелиограф. Вообще это слово, «ученый», название некого прибора, да, имеет два значения. Первое значение это вот тот красивый прибор, что показан на фотографии. Это прибор, который фиксирует интенсивность излучения Солнца. Шар стеклянный а сзади этого стеклянного шара выполнена значит, такая поверхность, на которой закрепляется бумага. Бумага обыкновенная, не светочувствительная. И вот, значит, светит солнышко, и бежит оно по небу. И, соответственно, этот гелиограф фокусирует это солнышко на противоположной стороне своей. Да? Вот этот шар, он действует как собирающая линза. И выжигает на ней пятнышко. Если солнышко светит слабо, и пятнышко слабенькое. Светит сильно, и Пятнышко широкое, хорошо прогорелое такое, да, понимаете, сильное пят пятнышко. Вот вот такой простой прибор, он э, давно уже известен, он красивый очень, он его любят фотографы для научных всяких научно-популярных журналов фотографировать. Вот помню первый номер журнала "Знание и Сила", который я увидел э, в детстве, на нем на, фото на обложке была вот эта вот яркая такая праздничная фотография вот этого вот гелиографа. Да? Где-то там в снегах гелиограф, а это был январский номер. 1 января он почему-то тогда пришел ко мне, очень замечательно. Вот. Так вот, это не единственное значение слова гелиограф. Немножко забытый гелиограф, телеграф, знаете? А это вот гелиограф, да, или гелиограф. Вот это такие вот гелиографы стояли на вооружении британских вооруженных сил вплоть до 60-х годов... 20 века. По-моему, самыми последними их сняли с вооружения новозеландские вооруженные силы. Значит, замечательный объект. Он позволял, в принципе, при хорошей видимости, подавать сигнал на расстояние 295 километров. То есть, сами понимаете, что это даже больше, чем дальность связи с Останкинской телебашней. Да? Это, видимо, нужно с высокого какого-то места, с горы. А гелиограф работает очень просто. Зеркальце Зеркальце. Как, знаете, вот зеркальцем пускать зайчик. И вот пускают зайчик этим зеркальцем в нужном направлении, а в том в нужном направлении сидит человек, который принимает этот сигнал, да, и в этом гелиографе остается только промодулировать этот сигнал, закрывать, открывать, закрывать, открывать, так сказать, зеркальце, да. Вот он, пожалуйста, азбука Морзе, да. Сам по себе гелиограф известен очень давно, очень давно. И э, такого рода, Гелиограф использовались еще в Древней Греции. Причем он назывался так, водяной гелиограф. Вот так он называется. Удивительная вещь, правда? Значит, вода в нем использовалась не для преломления лучей, а для фактической передачи информации. Сейчас вам расскажу, как это делалось. Значит, пускаете вы зайчик туда, в ту сторону, да? Пускаете зайчик, и пусти, пустили зайчик, там его приняли. Увидели, пусть, пустили зайчик и открывают кран. Кран на неком сосуде, в котором имеется вода. из этого сосуда вытекает жидкость. Вода вытекает. В зависимости от того, сколько воды -то вытечет, да, да, вот уровень поднимается, поднимается. Вот он, самый нижний уровень альфа, повыше, бета, гамма, дельта, буквы греческого алфавита. Вот. Второй раз запусти, пустили, так сказать, зайчик, закрывают. Кран, и смотрят, вот до какой буквы эта вода поднялась. Да? Вот это так называется водяной солнечный телеграф или водяной гелиограф. Вот такое вот и, и оригинальное изобретение. Да? То есть тут что происходило? Тут происходило а, кодирование знаков путем а, интервалов времени. Да? Это интервал времени между двумя вспышками. Вот, и вот длительность этого интервала измеряли с помощью фактически водяных часов, да, сколько воды вытечет. Вот, и вот так вот он, интересная такая была конструкция водяного солнечного телеграфа. Спасибо вам большое за внимание, всех вам благ, до свидания, удачи.